Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я вам показываю всякие вкусные аксессуары, которые заказывают у меня. И если вам это интересно и вы тоже хотите заказать, то вы можете написать мне по WhatsApp, или если вы просто хотите посмотреть, то не забывайте подписываться, потому что у нас бывают всякие вкусняшки неожиданные. Так, начну вот с этой сумочки. Очень много мы с сайтов заказываем, и некоторые вещи мы заказываем... покупаем в магазине, когда я вам делаю обзоры из магазина. Как раз вот эта сумочка и была куплена в магазине. Имя у нее Мини Франсина. Поедет она у нас в Украину. Вот такая вот красотка. По-моему, я делала уже обзор на такую сумочку. Но сейчас у нас есть возможность ее рассмотреть. Брамин, естественно, угадываем. Вот его шильдик. Он здесь заклеен. Если он чуть-чуть матовый, то на нем пленочка еще. Это коровья кожа, вот здесь с выработкой под крокодила, а здесь с выработкой под питона. Причем вот этот питон вот такой вот мягкий. Она вот формованная, вот эти у нее две части, но видите, он как бы с подушечкой, с такой мягенький очень питончик. Вот эта кожа очень такая прям нежненькая, приятная, прям как настоящий питончик. Но не настоящий, это коровья кожа. Вот в такой она комбинации. Мы ее купили на скидке 30%. И как бы мы всегда охотимся за скидками в 30%. Ремешочек длинный у нее регулируется в таком же цвете оранжевом, как и сама крышка. Что у нее здесь? Так, сейчас. Кармашек у нее с этой стороны. Вот он есть. Внутри у нее, ну, естественно, пыльник вы видели, я вынула. Причем очень интересно, вот эти вот карманы, которые обычно бывают на передней стенке сумки, они здесь на задней стенке сумки. А на передней стенке сумки кармашек под замочком, ну, довольно-таки такой крупненький, то есть больше, чем размер паспорта, это вот открытка, размер открытки. Вот здесь вот помещается. И он на замочке. Всегда в сумочках Брамин есть пистолетики, как я их называю, карабинчики. Вот такие, всегда можете что-то прикрепить сюда. Так, ремешок положим сюда. Что-то я внутрь еще побольше в нее потом положу, чтобы она была набитая. Так, пыльничек в наличии есть у нее. Итак, своя, она ждет свою хозяйку, чтобы полететь в Украину. По-моему, хозяйка заказала еще что-то, наверное, часы, что ли, с сайта Джумашоп. Но она знает. Так, замочек. Он, вот такая вот кнопочка, она застегивается, она еще и на магнитике. То есть она сама себя вот так вот очень хорошо находит из-за того, что она на магнитике. И вы слышите, как она пристегнута, то есть она довольно-таки плотная. Вот такая вот мини-франсиночка у нас, красоточка. Пошла первой в обзор. Так, и тут у нас все остальное будет тогда с сайта, ну, а в основном с сайта Coach Outlet, а сейчас вот сайт Хоба. Эту сумочку мы заказали с сайта Хоба. Все сайты всегда в описании есть. Ну, если что-то вдруг не дам в описании, ну, напишите мне. Ну, хотя всегда Google знает все сайты. Если что, спрашивайте Google. Сумки Хоба. Вот такая вот красотка. Даже не помню, как у нее название. Вот, извините. Сейчас, если у нее на ценнике названия нет, то останется неизвестной. По-моему, они не пишут Хоба название сумочек. Так, так, так. Нет. Нет. А, Сьютон. Сьютон. Вот здесь, мне кажется, вот оно название. Если я правильно рассмотрела. Так, ну 288 цена стоит на ценнике, но на самом деле она была со скидкой прикуплена. Прям что-то с какой-то хорошей скидкой. И там периодически они делают экстра скидки. Особенно на скидочные модели, которые давно. Так, ну и мы все любим Хоба. Я надеюсь, как и я, потому что я вас уже в него влюбила. Кармашек с этой стороны довольно-таки крупный, прям удобный. Вот такие вот у нее прострочки вот здесь вот. Эта черная кожа имеет коричневый глейзинг. Вот здесь вот, не знаю. А как раз и не здесь. Вот глейзинг вот на этих вот детальках. И вот эти вот коричневые детальки дают такой оттенок сумки, как будто бы она такая изнутри каким-то бордо светится. И вот этот вот черный цвет очень красиво из-за них играет. Потому что я всегда тоже так смотрю, это черное или бордовое? Черное или бордовое?
Так, сейчас посмотрим, что у нее внутри. Так, ну не будем ручки распаковывать. Хвостики вот такие вот два. Ну, они на многих сумочках. Я вам часто показываю. Два хобовских. Так, это мы можем удалить. Я так думаю, нам это не нужно. Вот она, эта красивущая подкладка, которая мне очень-очень нравится. Вот они, два кармана, получается, на передней стеночке, там, где лицо у сумочки. И очень удобный, огромный прям карман на задней стенке. Вот он прям такой большущий. Прям он вот такой вот во всю сумку, то есть очень крупный. И у него еще дополнительно здесь еще два кармашка. Один вот такой вот не очень большой. Один вот такой вот крупненький под телефон пойдет. И один общий дальше отдел. Вот такая сьютон, если я правильно прочитала. Сумочка от Хоба. Поедет к своей хозяйке. Так, это у нас... А, кстати, застегивается. Ну, вот я уже и сняла их. Ну и ладно, они нам и не нужны. Вот они такие красивые. Вот здесь вот хобовские значочки у них. С одной стороны написано Хоба, с другой стороны логотип Хоба. Вот. Так, чего-то говорила, на полусловие остановилась и все, и выключилась. И забыла. Так, дальше у нас все основное с сайта будет Coach Outlet. Не все. Вот это не с сайта Coach Outlet. Это с сайта Joma Shop, где мы заказываем очки и оправы. Вот такой вот, вот такой бренд Burge. Или как это правильно прочитать? Поправьте меня, пожалуйста. Вы там лучше английский знаете. Ирина не очень давно дружит с английским языком. Но как-то дружит. Как-то все меня понимают в магазинах и на почте. Самое главное улыбаться. И тогда тебя все понимают. Ничего страшного, все тебе делают скидки на то, что ты не очень правильно строишь фразы. Вот такие вот часики. Так, у них здесь пленочка, поэтому как бы не очень, ну как бы мутноватый такой экран. Но это просто пленочка. Часиков там много, я вам тоже периодически показываю. Это мы с вами помним. Это у нас с вами сайт Joma Shop. И, наконец-то, мы с вами переезжаем к сайту Coach Outlet, на котором девочка себе заказала вот такие вот часики. Такие классненькие. Это вот они там с книжечкой идут, с Coach, документиками. Так, смотрите, какая прелесть. Как это правильно? А, ну вот так они на руке будут. А, вот так. Вот, вот. И вот здесь вот, вот такая красивая пилюлечка в виде звездочки. Пятизвездочная звездочка. А, видно вам ее? Вот такой вот. Вот такая пилюлечка. Вот такие вот черные часики. Тоже они с пленочкой. И это тоже в пленочке. Поэтому кожаный ремешочек. Очень такой прям солидный. Такой аккуратненький, без излишеств. Ирина любит висюльки-блестюльки, а здесь все вот так. И с сайта тоже Coach Outlet. Вот эти вот часы, но они у меня уже в наличии. Короче, Ирина лоханулась. Я когда Алле заказывала, у нас заказ не проходил, и я его заказала два раза. Сумочку забрали сразу, девочка там как раз такую и заказывала, и поэтому мне даже не пришлось на эту тему волноваться. А часики пришли мне. И мне не хочется их возвращать на сайт. Они как-то плохо реагируют, когда им назад возвращаешь. Поэтому я не люблю это делать. Тут даже и не дело в том, что придется заплатить за пересылку. И получается возврат налога. Ну, как бы они налог не возвращают, но тем не менее. В общем, вот такая вот ситуация есть. Предлагаю эти часики вам. $105 у них получаются. То есть они уже у меня в наличии. 210, кстати, у них вот здесь вот оригинальная, если цена вот налеплена. Вот такой вот шильдик пилюлечки, которые я называю пилюлечками с названием Coach New York. И вот такие вот они серенькие, кожаный ремешочек. Так, видите, мы можем померить наши часики. Вот такие, если кто-то такое серенькое
Кстати, смотрится прям так солидно. Ну, короче, если никто не возьмет, оставлю себе. Не зря же я их заказала. Значит, как-то они ко мне прицепились. Раз прицепились, заходите и зовите с собой друзей. Так, дальше с этого же сайта. В Сибирь у нас поедет вот такая замечательная сумочка. Это сумочка Хали. Вот я вам в прошлом ролике, по-моему, черную показывала. Это вот с золотой фурнитурой. Они бывают черные с никелевой фурнитурой, с серебряной и всякие разные другие цвета. Вот это вот в канвас исполнено в комбинации с кожей. Кожаные у нее ручки. И кожаная у нее... Так, ну, вы их все как бы подробно знаете. Кожаная донышко черная. И кожаная вот здесь вот получается отторочка вот у этого отдела, вот на молнии, у молнии, которая идет к отделу. Здесь у нее черная подкладка такая плащевая. Два кармашка с этой стороны. Ну, как бы это получается передняя часть сумки, потому что здесь логотип буковками прикреплен. И с этой стороны у нее логотип Coach. Вот. И большущий кармашек под замочком. Так, документики здесь. И сейчас мы посмотрим внутри, какого цвета подкладка внутри. Бывает она немножко другого. Нет, тоже черного. Но здесь уже один простой отдел без дополнительных кармашков на замочке. Замочек один, не встречный он. На замочке тоже Coach написано. Но он тоже, по-моему, в пленочке или без пленочки. Ну, название здесь Coach есть. Ну, мы знаем эти сумочки Хали, они в очень многих представлены бренда, как-то по-другому называются. Но вот этот вот тип сумки, когда застегиваются передние стеночки и внутри отдельчик на замочке, вот мы их с вами знаем. Едем дальше. А дальше у нас вот этот шопер, тоже с сайта Coach Outlet. Это Town Packet, Bucket. Мы с вами аналоги рассматривали. Я сравнивала даже сумочку Charlie и Town Bucket. Но вот этот какой-то другой. Девочка, когда выбирала, она мне говорит, да нет, это немножко другой размер. Но я, честно говоря, так и не поняла, в чем различие. Немножко он по размеру отличается. Может быть, нам хозяйка напишет. Ну вот, хозяйка, у вас есть возможность рассмотреть вот эту сумочку. Не знаю, может быть, в коже отличие. Мне кажется, та была чуть-чуть поплотнее. Какая-то она вот такая гладкая. Вот эта вот мягкая, зернистая кожа. Вот она вот. Видите, вот такая. Ну, сминать ее не хочется, потому что она вот такой вот формы донышко. У нее вот такой красивый черный блейдинг. Внутри там пакеты у нее ручка вот эта стационарная, она не отцепляется. И есть длинный ремень, который регулируется. Он вот к этой ручке цепляется. То есть вы ее можете носить и на длинном ремне, и на вот этом полудлинном ремне. И точно так же можно использовать этот ремень вот так вот на плечо. Она очень хорошо садится, если вам так удобно, то есть не используя длинный ремень. Так, внутри мы показывали, она получается, как и те тоже там пакеты. Ну вот у этой брелок металлический. Заклепочки здесь вот такие. Ну, не поняла, чем они отличаются. Внутри у нее кожаная подкладка. Полностью вот кожа вот здесь вот на подкладке. На кнопочках она прикрепляется очень хорошо с двух сторон. И если у нас, у Чарли, мы помним, здесь вот вертушечки с двух сторон, то у этих сумочек кнопочки. И у этих сумочек, у Чарли, кожаная перегородка и такой накладной кармашек с одной стороны. А у этих сумочек перегородка плащевая, то есть она с этой стороны тоже вся кожаная. Но перегородка плащевая, но она имеет замочек, то есть перегородка, она же карман. И вот такой вот длинный карман. Он до самого низу куда доходит, но он там свободный. Он прикреплен, этот кармашек, только по бокам. А внутри он
к донышку не пришит. То есть, если вы что-то вот мелкое сюда положите, то, ну, понимаете, оно там между собой может сообщаться. То есть, вот этот вот длинный кармашек, он уже из плащевки. Такой вот, такого цвета. С одной стороны с логотипом, вот видно. Ну, с другой просто подкладка плащевая. Вот такая вот Town Pocket сумочка еще с сайта Coach Outlet. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.